Прокуратура Ямала блокирует сайты с незаконными способами охоты. Прокуратура Надыма заблокировала 17 сайтов с информацией о незаконном способе охоты. Как сообщает пресс-служба ведомства ЯНАО, Надымская городская прокуратура провела мониторинг и выявила сайты, на которых охотники-нарушители делились способами ловли фазанов, рябчиков и бобров с использованием сетей, петель, снотворного и других приспособлений, запрещенных законом. Использование таких лайфхаков на охоте грозит нарушителям административной и уголовной ответственностью. Диапазон статей нарушения правил охоты, незаконная охота, жестокое обращение с животными. Кроме того, федеральным законом об информации, информационных технологиях и о защите информации в России запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Надымская городская прокуратура направила иски в суд о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории РФ, которые были удовлетворены. Доступ к запрещенным сайтам ограничен.